сын, здесь еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Мы внутри. Канатуя! Ну, конечно.
Красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной.
кошмары! Ниста! Следи за ними! Ниста! Почти готов! Берегись, отец! Легче, чем я думал. Приготовься! Лети за ними! Подожди! Ну, подкидывай! Отец, хлебный камень!